Предельная растворимость соли водой. Стеклянная кружка, на ней метка 200 мл. Наливаем теплой воды. И добавляем вначале 10 чайных ложек обычной поваренной соли. Это зеленый сахарный соломка. И добавляем. Соль полностью растворилась, видите, что вот немного уже на дне начало оседать. Я растворилась почти полностью. А теперь добавляем еще соли. Намокает, но не растворяется, оседает на дне. Сколько ее не мешает. Ну, растворяться уже не будет. Поэтому на дне оседает.